Ну, в проруби. Сейчас мы снимаем. А ну нафиг. Со звуком? Да. Так, Соломон, догоняешь? Да-да-да. Мы в воду. Оставь. Ждем вас, давайте. Мы уже готовы. Ждем вас, давайте бегом. Бегом. Быстренько. Надо отвернуться. А так интересно. Солнышко. Сегодня 3 марта. Мы пришли к проруби рано. Солнышко еще нет. Вот чуть-чуть есть. Вот наша прорубь. Сегодня нет. И солнышко выходит. Так, Соломон на подходе. У вас есть все. Мальчики, догоняйте. Готовы. Аккуратней, скользко. Заходим в воду. Коровы шли на водопой. Осторожно, держимся, помогайте моржу. Не коровы шли на водопой, а моржи шли купаться. Осторожно, скользко. Аккуратненько. Дышим глубоко. Эмоции переполняют. Поплыли. Машем руками. Моржи. Теперь ануху надо поднимать. Не поднимаю больше. Вы молодцы! Всем доброго утра! Это наши эмоции, это наши эмоции. Кому льдинку? Льдинку кому? Ледышечки плавают. Волну не пусти. А мы молодцы. Купаемся перед работой сегодня. Заряд бодрости получаем. Энергии, здоровья. Сейчас как начнем работать. Так сразу за 2 дня. Ира, аккуратней, скользко. Соломонушка, выходи хорошего понемножку сегодня на работу, быстро. Да, сейчас мы быстренько. Андрей, выходи. Нет. Андрей, ладно, давайте я буду выходить. Так, Ирочка выходит, следом я. Вот такая наша прорубь. Красивая. Мы еще купаемся. Хорошо. Все молодцы. Девочки, как самочувствие после прорубья? Заряды. Молодцы. Андрей. А еще раз обратно. Молодец. Поехали. Да. Очень острый снег. Снег просто очень, очень колючий. И примерзает сегодня. Немножко. Соломон. Купаться. Как дела? Все замечательно. Молодец. Большое спасибо вам. О, девочки, молодцы.